Только что закончился, возможно, самый ожидаемый поединок этого года. Два чемпиона, Конор Макгрегор и Эдди Альварес, провели битву за пояс легкой весовой категории. Первый раунд начался довольно спокойно, однако уже к середине раунда Конор показал, почему его считают одним из лучших ударников в UFC, отправив Альвареса пару раз в нокдаун своей знаменитой левой рукой. Однако Альваресу чудом удалось пережить первый раунд. Итого, раунд закончился уверенным перевесом по очкам в пользу Конора. Во втором раунде Конор снова начал демонстрировать свое превосходство над Альваресом в стойке и пробивал по Эдди разные удары ногами и руками. Эдди понял, что в стойке ему ничего не светит, и попытался перевести Конора в партер, однако у него ничего не получилось. И вот, наконец, уже к середине второго раунда Конор просто потрясающей комбинацией отправил Эдди в нокаут. После такой шикарной серии ударов навряд ли кто-то из легковесов смог бы устоять на ногах, и Эдди Альварес не исключение. Конор сотворил историю, став первым чемпионом сразу в двух весовых категориях UFC одновременно. Кто бы что ни говорил про этого парня, но похоже, что у него нету никаких преград в этой жизни. Хоть и Конор все еще находится на пике своей карьеры, но он уже стал легендой ММА. Во время интервью после боя Конор был явно недоволен тем, что никто не принес в октагон его пояс полулегкой и весовой категории, и немедленно потребовал, чтобы принесли его второй пояс, что тут же и сделали. Я уверен, что этот парень еще не раз нас будет радовать шикарными поединками в октагоне.